В Музее изобразительных искусств начала работу выставка, посвященная истории Большого театра. Экспозицию составили фотографии, костюмы и реквизиты разных эпох. Уланова, Плесецкая, Шаляпин и Цискоридзе предстали перед зрителем в выставочном зале Новгородского музея. Герои разных времен, великие артисты российской оперы и балета в образах любимых персонажей на фото и картинах. А те самые костюмы, что на них, красуются рядом. Элементы закулисья Большого театра для новгородских любителей искусства – экспонаты непривычные. И правда, в самом начале задумка экспозиции была совсем иной. Первоначально идея была следующая – привести сюда экспонаты, связанные с постановкой оперы «Борис Годунов». Мы об этом как бы долго говорили, но потом решили, что вообще бы интересно, наверное, показать разные спектакли, самые известные спектакли, и оперные, и балетные, самые известные имена, да, те, которые знают во всем мире. Здесь не только элементы спектаклей. Большой театр привез в Великий Новгород частички своей двухвековой истории. Здесь и макеты, эскизы декораций, фотодокументы разных времен. Эта объемная мини-копия зрительного зала театра была изготовлена еще в 1954 году. Прошло больше 60 лет. Теперь зал Большого выглядит немного иначе. Да, у нас изменилось. У нас стал наклонный пол, у нас стало меньше рядов в партере, у нас стал больше оркестровой ямы. Но так как убранство этого зала, оно осталось прежним. И это можно тоже увидеть. Полюбоваться розовым кружевом Джульетты Улановой, оценить смелый образ Кармен Плесецкой, увидеть и мысленно примерить пуанты легендарных российских балерин, полюбоваться элементами бутафории и декораций самого главного театра нашей страны можно в Новгородском музее изобразительных искусств. Музыкальная история Большого театра будет ждать новгородских зрителей до 22 января.